Диану. Представьте. Фамилия, имя. Паша. Гражданин чего являетесь? Гражданин чего? Ван Лэй. Все хорошо. Запрещено есть что-нибудь в доме? Ничего нет. Сейчас разберемся. Вы русский понимаете в разговорном? Да, немножко. Немножко понимаете? Читать не можете? Нет? Нет. Садись. Давай сяду. У тебя в доме есть что-то запрещенное? Оружие? Нет. Наркотики? Нет. Ничего нет? У нас возбуждено уголовное дело по незаконному обороту драгметалла, золота. Нам нужно посмотреть твой дом. Все, что связано, мы все забираем. Хорошо. Это твой сейф? Да? Твой? Нет. Это просто труп сейф. Ну а там твое лежит сейф? Я считаю. Тагмин у меня, тагмин. В сейфе Ван Лэя, известного также как Паша, в коробочке из-под мыла лежали два пакетика со слитками золота. Мужчину доставили в Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте и допросили. Стало ясно, что китаец выполнял функции координатора. Связывал нелегальных скупщиков драгметалла в Забайкале со своими высокими кураторами. Тем временем оперативники сели на хвост Ван Цзюзяну. Мужчину задержали в тот момент, когда он забрал товар и направился на машине в сторону Забайкальска. В данной коробке обнаружено, соответственно, 4 предмета прямоугольной формы. Сейчас предлагаю, соответственно, сейчас приедет сотрудник, привезет весы. Мы, соответственно, это все взвесим. Ни хрена себе! Пока пограничники распаковывали слитки золота, Ван Цзюан равнодушно смотрел на происходящее. Всего насчитали 13 слитков. Иностранца отправили на допрос. Следователей интересовало, где координаторы берут деньги, чтобы расплачиваться с поставщиками. Выяснилось, что в организованном золотом преступном сообществе трудились несколько финансистов. Их задачей был сбор денег с криминальных партнеров, торгующих на рынке Забайкалья. Своего рода оброк. Одной из таких черных бухгалтеров оказалась Лю Сюфан. Женщину задержали в Чите. При ней нашли обычную полиэтиленовую сумочку, набитую пачками купюр разных достоинств. Объяснить происхождение денег Лю Сюфан не смогла. Ее тоже арестовали. Вскоре сотрудники пограничного управления ФСБ России выяснили имена скупщиков золота. На них устроили настоящую охоту.